Удивит на проводе видео для канала Крымский Сибиряк. Сейчас мы отправляемся, там что-то раздают саженцы, все дела. И я уже вижу, как вот здесь у нас перед подъездом будет новое дерево, да, Маш? Вот, все, погнали. Павловния. Уникальный вид быстрорастущих деревьев, не имеющих аналогов в мире. Короткая история. Дерево родом из Китая. Самые ранние документы и летописи, упоминающие об использовании этого чудесного дерева, датируются ранее 2600 лет до нашей эры. Веками дерево росло в Японии и было известно под названием кири и всегда считалось священным деревом, символом удачи. Севастополь, идем в Арт-бухту. Площадь Лазарева. А вот если соберетесь на северную сторону Севастополя, то вот дорога, она ведет в памятник матросу и солдату. Флаг России развивается. В этом куполе проходит экофестиваль. Вот готовится скалодром. Такая красота. Вау, скейт-рама. На велике я тоже газанул, конечно. Вау! Ну ты красавчик вообще. Вот у беременных мамаш шевелятся будущие скейтеры, да? Как ты отреагируешь, если твой сын станет скейтером? Тем временем у нас вот агрессивные байкеры. Ха! Красава, дядя! Давай, давай, сделай! Вот так вот, красавчик! Опа, вращение руля. Ну, же суть не в скорости, суть в технике. Ты хотел сказать, да я буду здесь кататься. Да я вот хочу пацана взять этот. Нет. Велик. Ба! Я не буду снимать. Я не буду снимать, если сильно, понятно? Да можно вообще нет, да? Вообще нормально. Осторожно. Много куполов, все двигается. Фестиваль идет с 11 часов. 2 часа тут началось с деревьями. Можно проходить, да? Межквартальные зеленые насаждения, которые были высажены после войны, уже неизбежно стареют. И у меня появилась идея самой выращивать деревья из семян. Вот это конкретные семена полуневолочные. Вот семена. Вот в таких они коробочках вырастают. Соцветия удивительные колокольчики размером до 6 сантиметров, такие свечкообразные. Но я вот чисто для озеленения города предлагаю вам за добровольное пожертвование в поддержку сегодняшнего мероприятия взять либо саженцы, либо у меня есть семена, их очень вырастить просто. Высота купола, вот. Я думаю, второй этаж идет, и три этажа точно. Извините, а как вас зовут? Лариса. Лариса. Расскажите еще раз, как с семенами поступить, насколько их замочить? Я беру контейнер, насыпала вот туда столько земли, сверху прям насыпала эти семена и увлажнила из пульверизатора, накрыла пищевой пленкой или крышкой, без разницы. Угу. И через 10 дней у меня появились ростки. Лариса, дальше что? Вот они потом есть. Они, когда появились второй листик, было очень много. Я беру аккуратненько и водили вот такой стаканчик. Да, уже когда вот второй листочек появится, вторая пара. Ну, по первоначальному месте я закрывала их от сквозняка другим пластиковым стаканом. Угу. А что по климату, если в Перми увезти эти семена, они вырастут? Я везде рассылала, в Нижний Новгород отослала, куда-то в Чебоксары ребята у меня попросили, я отослала. Вот идет раздачка. Скажу по секрету, мы приедем в Пермь, встречаем новое дерево, да? Вот девушка хочет дома в горшке до следующего года оставить. Отличная идея на зиму. Никто не претендует, мы хотим и дерево посадить, и семена в первом месте. Можно, получится? Да, конечно. Ну, небольшой донатик, чтобы прижилось уж. Ага, благодарю вас. Пожалуйста. Только медоносик у человека как бы соединяется со всем живым пространством. Ребят, в том году был у него
знаком с лошадьми. В чем суть всего взаимодействия? То, что там нету плетки, там нету седла. В общем, вы с лошадью вступаете в прямое взаимодействие. Прямое, живое, да. И у них есть свои повадки, там особенности. То есть они сначала тебя берут на страх. То есть они проверяют, насколько ты там боишься, их не боишься. То есть они уже выбирают тебя как вожака и потом уже начинают доверять. То есть это очень такой тонкий процесс, и это действительно увлекательно. Вот всем рекомендую. В продолжении программы в 5 часов будут посиделки, будут размышлять о том, что делать с океаном. Да, и в 7 часов короткометражные фильмы и фильмы, и в 9 часов рок-фестиваль. На в Малую Сферу начни жить, мероприятие для деток. Пойдем посмотрим, что здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сумочка. Что, вы хотите рисовать? На благотворительном проекте чуть-чуть начать. Театральная улица ставит свой ящик. Ты, да? Ты не рассказывай это. Финансовые интересы, то есть они вообще за экологию особо не... Мы выполняем свою цель, я понял. Не все так благостно, друзья, но мы излучаем наши вибрации на той частоте, на которую мы сами выбираем. Мы контент о Крыме, вот, о чистоте улиц. Хорошо достает это оттуда, да, и мы получаем ясную картинку, что же на самом деле происходит. И сейчас пойдем на набережную, лучше посмотрим, что происходит там. Друзья, очередной лайфхак от пермячки Машеньки. Она просто сдала ребенка в ту игровую для посетителей кафешки. То есть, как бы, мы заочно посещаем, наверное, кафешечку-то. Эх, что за кладки ищут? Друзья, поставил, короче, нашу пальму. Это женщина вообще. Ты оттяги, что ли, какие-то? Никогда не пробовал. Я хотел вам показать, где дети отдыхают у нас. О, семья похожая на нас, да? Только из негров. И она говорит, давай. Говорит, где зачали, там и родим. То есть она предложила родить в бане Freedom, друзья. Freedom. На полке хочет прям там, так же. Ну а что там, вода есть как раз. Жми лайк, если ты за хочешь смотреть, как будут роды в бане проходить. Друзья, ну идем по набережной. И вот, ну, вот не знаю, куда выкинуть салфетки. Реально, нету просто мусора, нет баков. А я вот в одной руке стабилизатор, в другой вот прячу наше дерево от ветра. Смотри, какое небо, какое море. Ты будешь купаться? Я могу покупаться. Ты хочешь меня снять голенького? Вот виднеется памятник затопленным кораблям. Как то круглое называется, Маша? Константинова батарея. Сейчас спросим у ребят. Ребят, не знаете, где тут закладку найти можно? Возьму все по руку. Закладки есть. Ира, не ныряй. Мне можно, я не верю. Нету закладок? На дне? Нету? Я слышал, что на магнитах есть, но а как на дне? Это какие? Вот подобные? В полиэтиленовом пакетике там на дне. Вот Александр Редькин у нас. Привет, друзья! Вся вселенная, вся улица обо мне. Дождик, у нас дождик. Так прекрасно. Вся вселенная заботится о нас. Вся вселенная здесь и все.
свет, над землею рассвет. Дождем сердце расцветает голова. Душа, девочка, путь светлый друг, душа божество, а любовь вокруг. Девочка, путь светлый друг, душа божество, а любовь вокруг. Душа божества, любовь вокруг, девочка, путь светлый друг. Душа божества, любовь вокруг, девочка, путь светлый друг. Душа божества, любовь вокруг, девочка, путь светлый друг. Душа божества, любовь вокруг, девочка. Душа божества, любовь вокруг, тело наш храм. Путь светлый друг, душа божества, любовь вокруг, тело наш храм. Путь светлый друг, душа божества, любовь вокруг, тело наш храм. Путь светлый друг, душа божества, любовь вокруг, тело наш храм. Друзья, дерево высажено, вот у меня довольно счастливый, довел дело до конца. Вот немножко оградил его от ветра. Тут в Севастополе два дня гуляли ветра, поэтому видео немножко запоздало с даты фестиваля. Я думаю, так ему будет удобно, и с этой стороны будет примерно светить солнце. Вот лайк, подписка, и твори тоже добрые дела. Хорошо, ой, хорошо, так как, так хорошо, так.